сюда и едем. Да, это у нас котелок. Котелок надо взять. Всем, друзья, привет и доброго здоровья. Сегодня маленько отвлечемся от темы голубеводства. Порыбачим с вами вот на такой-то протоке. Такая таешка тут, протока. О, жерлица сработала. О, как, начал говорить, здороваться, а тут сработала жерлица. О, как. О. Не понял. Маленько помотал. Не, мотает. Мотает. Опа. Опа. Опа, ребята. Что-то там крокодил какой-то. Опа. 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 Вот такой. Вот такой крокодильчик взялся. Начал с вами приветствоваться, здороваться, и сработала сразу жерлица. Вот такая вот и вылетела. Ну, друзья, начал приветствие говорить вам. Приветствие говорить. И вот такой вот экземпляр вот вылетел. Щукандоз. Ну, я повторюсь, сегодня отвлечемся от темы голубеводства. Сегодня с вами порыбачим. Порыбачим вот на такой-то протоке таежной. Место называется Кордон. Там вот Володя остался рыбачить, Алексей там стоит тоже рыбачит. Ну, а я сюда вот подальше отошел. Здесь вот поставил жилички. Ну, и сами вы видели, сразу в прямом эфире поклевка вот такой вот щуки. Что ж, ребят, пожелаю всем приятного просмотра. Ну, а вы нам пожелайте ни хвоста, ни чешуи. Ну, а какая рыбалка получится, мы с вами, конечно, это все увидим. Итак, закидываем наши снасти и рыбачим. Рыбачить сегодня будем на балансиры, мормышки, блесенки. Ну и в арсенале был живчик у нас, 10 штук, поставили жерлички. Ладно, идем буримся и смотрим. Вот такой живец у нас в арсенале. Живчик, ельчик. Насаживаем его. Ставим тройничок. Зацепляем. Пропихиваем в рот вот так вот. Ту-ту-ту. Плюем. Говорим, чтобы поймал нам рыбку. И туда вот его в лунку опускаем. Устанавливаем нашу жерличку. Давай. Ловись, рыбка. Большая и очень большая. А мы будем ждать. А мы будем ждать следующую. А это вот ворочается. А это ворочается тут. Монстрик. Ну вот так вот поставили жилички. Тут на протоке. Ждем. Алексей жерлицы расставляет там. Добрались до места на таком вот Володином бурашке. Верном друге.
Пес с нами тут такой вот. На, тебя замерз. Пес с нами. Володя он там стоит, закинул снасти уже. Ну как, Володь, что есть, отзывается? Нет ничего? Вообще ничего? Ты на балансир или на мормышку? На балансир? Ты что, поклевки не видал? Была. Одна? Одна. Щучку хватало. Хватало. Это самец, да? Ну не вот, самец, ну. Вот это самец. Ну подсамок такой. Че ж самец? Хороший. Нормальный такой окунь. Леха поймал. Леха поймал. Леха поймал. Такой нормальный. Хороший. Крупный. Поста вот такой сделать. Красавец. Ну там у Лехи еще лежит. Десяток таких поменьше, но лежат. Друзья, взял такую зелененькую мормышечку, поставил, а парика красного насадил. Попробуем потрясем на удочку. О, вот такой вот кабанчик вылетел. Вот такой кабанчик. Открывай, кабанчик, рот. А то будет бутерброд. Иди пока полежи, отдохни. Иди пока отдохни. Что, один кабанчик, что ли, здесь жил? Больше нет кабанчиков. Больше нету, что ли, тут? Больше что-то нету. О-о-о-о. Еще вот один кабанчик полосатый попался. Ух, колючка. Колючая. Давай. По погоде у нас сегодня 12 градусов. Снег идет пасмурно. Ух ты. По зубам, что ли, кому-то съездили? Кому-то по зубам съездили. Не хочет больше здесь, перейдем на другую лунку. Такой вот красавец сейчас вылетел с лунки. Смотрим сейчас, клюнул там или нет. Стоит, чуть не мотает. Нету. Луночку, Алексей, нашел ты хорошую, да? Да. Тут в то не сглазить. Лови, лови. О, накидал. Кабаня каких. Хороший. Хороший, конечно. Что? Куда? Куда с добро? Два штуки. Куда с добро? О, какой. Ух, распушил гребешок. Я не знаю, что такое. Не хочет? О, и Володя тоже, да, обрыбился. Смотри, какой. О, 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 какой. Можешь его поставить? Ну на, будешь ставить?
А там вон банка, по-моему, у меня с водой стоит набрана. Далеко. Далеко? Мелочевочный выстрелил. Эх, вот, на. Здесь поглубже. Ну, нет, не мелко. Такая глубинка. О, какой вылетел, ребят. Красава. О, какой красава. Красавчик. Вот, друзья, две сработки. Одна сработка и вторая. Тут не мотает. Тут не мотает, а там. Тут мотает. Опа. Штатив убрал. Что-то идет там. Что-то идет. Все, бросило. Нет. Не пойму. Не бьется вроде. Куда? Оторвала. Оторвала. Хорошая была. Оторвала. Она здесь не мотает. Сейчас я посмотрю, проверю. Оторвала. Ну, здесь вот такой вот, ребят, чупачок выскочил. Такой вот. А там оторвала, елки-палки, там хороший был экземпляр, хорошечный. Ну что ж, ладно, сейчас добуду ее. Ну вот, в общем, такая вот, друзья, фигня приключилась. Ой. Две сработки, одну маленькую вытащила, крупная оторвала леску. Не удалось добыть ее. Ну что ж, ладно, что теперь сделаешь? Не удалось, так не удалось. Не наша, Маша. Да, конечно, здесь щука есть, и щука, и окунь. Там Алексей, я тоже к ним подходил, сейчас чай пили. Там в той стороне тоже жилицы стоят, тоже в сработке. Одна такая же приблизительно попалась, килограмма на 3, вот как я вытащил. Такая же там еще одна попалась, крупная. Ну и мелкие там 2 штучки, по-моему, еще. Сейчас вот на новой лунке опять вылетел один такой средненький. Не сильно большой. Один-один.
А нет, что-то прижало еще. Вот еще вылетел. Едовой. Такой. Интересно, поклевки у него такие вяленькие. Чуть прижмет и все, и стоит. О, еще один. Ух. На то я на живца сейчас пойду поставлю. Вообще не, отпущу. Пускай плывет. Иди. Живи. Мамку с папкой зови мне. Сейчас, может, позовет. Еще один хламошка. Так, наживку съел. Лех, флажок загорелся. Флажок сработал опять что-то. Ну и чё? Ну и что? Где? Давай, мотай. Нет, не мотает. Не мотает. Не пойму, что это такое. А, держала. Держала и бросила, что ли? Ну-ка, откопаем, посмотрим. Нет, есть. Есть, ребята. Вот она. Вот она. Притаилась собака такая. Вот такая вот попалась жукандоска. Так, ладно, сейчас я добуду ее и включусь. О, Володя поймал окуша какого. Ну, балансир. Ну, с поклевкой. С добычей? С добычей. Сейчас, друзья, перешел на новую лунку. Два красавца такие вот вылетели. Такой вот кабаняка. Давай, где я тут еще есть? Рыба есть, но не берет что-то. О, удар опять, ребята, опять удар. О, какой кабан, видели? Вышел. Вот такой кабан вышел. Тише. Кабан. Открывай свой ротан. На. Заглотила. Так. Оп.
Опа. Опа, кушарик какой. Ребят, вылетел такой. А кушарик, кушок. Такой вот. Подними плавник свой. Тип. Красавец. Такой вот. Ну давай, кушарик. Где ты есть? Где ты бродишь? Мои снасти стороной обходишь. Ладно, наверное, будем заканчивать рыбалку. Сейчас я пойду рыбу соберу. Поедем мы в избу, переночуем. Завтра до обеда еще порыбачим и поедем домой. Да, наверное, будем сматываться, да поедем в избушку. Хватит. Хорошего помаленьку. В общем, добрались до избы. Что у нас, Алексей Геннадьевич, на ужин? Пельмешки. Пельмешки. Бийские. Бийские. Сейчас перекусим, переночуем. Да, Володь? Конечно. Вареные яйца на рыбалку брать нельзя. Рыбы не будет. Мы взяли. А и можно, а можно сходить за рыбой? Маленький поймали? А можно теперь сходить за рыбой? И показать, какие...